Здравствуйте, хочу рассказать свой видеоотзыв о тонике от Кюши, если правильно называю торговую марку, Pure and Clean. Это восстанавливающий тоник, покупала очень давно со скидкой, добила его, и мне он, в принципе, понравился, но за полную стоимость я бы его не купила. В составе тут у нас алоэ, ромашка и календула, без парабенов и всякой гадости. Состав, я не знаю, будет ли вам видно. Тут чуть обцвет. Тут она полностью прозрачная упаковочка, очень удобный носик. И она сама по себе, вот в середине жидкость была такого розового цвета. Я где-то вот здесь вот постараюсь вставить, как она реально выглядела перед тем, как я начала его использовать. Тут даже если можно будет увидеть, не знаю, на видео будет видно или нет, в носике еще чуть-чуть остался этот цвет тоника. Но тоник был очень приятный. Такое какое-то ощущение, что вот кожа после него была как после какого-то очень классного увлажнителя. Мне не хотелось наносить какой-то крем еще. Очень классный состав, хорошая фирма, но она дорогая. Не знаю, может быть, если кто-то увидит по скидке, то рекомендую попробовать. В принципе, тоники особо ты не видишь какого-то влияния тоника на свою кожу, но если его сочетать с определенными продуктами, то он тоже вносит какую-то частичку в то, чтобы ваша кожа была очень хорошего вида и имела такое здоровое сияние. Этот тоник классный, после него не хотелось использовать никаких увлажняющих кремов или еще протирать свое лицо чем-то еще, какой-то сывороткой и так далее. Классный состав, очень экономно расходуется. Правда, иногда бывало такое, что когда спешишь, что через этот носик выливалось больше продукта, чем надо было, но можно приловчиться, и, в принципе, это стандартная такая вот открывачка. Ну, думаю, что много кто видел таких продуктов и пользовался именно с таким вот носиком. Отличный вариант, как бы принести что-то новое в свой ежедневный уход. Под конец было такое, что я брала его с собой на пару дней на дачу, и я забывала с собой какие-то спонжики. Я просто брала его и наносила вот чуть-чуть буквально на руку, разносила между ладошками и как бы просто прижимала свои руки к моему лицу, как бы как умывать, знаете. И мне очень нравилось этот эффект. Отличный тоник. Правда, цена, конечно, завышена. Возможно, я куплю наподобие по составу на Херби. Там есть знаменитый их тоник. Ну, это было как такое. Увидела, у девочки купила. И, в принципе, я не жалею, что я приобрела этот тоник. Это как такое вот разнообразие привнесено в свой уход. Это очень классно. Потому что иногда хочется попробовать что-то новое. Ты знаешь свои привычные мастхэвы, но хочется что-то принести новое, необычное, может быть, даже подороже в свой уход. Конечно, я ему поставлю, скорее всего, 4 из 5, поскольку цена на него по полной стоимости довольно большая, но если где-то в подарок вам будут предлагать эту фирму, я думаю, что не стоит отказываться, очень неплохой вариант, шикарный состав, и главное то, что никаких проявлений плохих от тоника у меня не было. То есть, в принципе, у меня нет аллергии на продукты, я надеюсь, что в дальнейшем тоже не будет. Классная штука, хотя и дорогая. Интересно, пробовали ли вы что-то из этой фирмы, и если да, то сколько вам понравились продукты из их марки? И где вы их покупаете, потому что мне интересно, может быть, что-то у них еще будет интересное по скидочкам. Спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, и всем удачи и пока!